Мы наблюдаем с вами картину того, как человек по имени Олег залезает в воду. Вы посмотрите. Он... Вот он. Давай подплывай сюда. Я боюсь сюда подходить. Ну, как водичка? Хороша? Все супер. Ты смотри только, а то Ларису напугаешь. Она уже боится. Да вы не утонет, куда он денется. Вот он, настоящий русский морж. Настоящие русские моржи залезают в воду сразу. Ты смотри, как у тебя голова, это мокро будет. Да. И все? Да. Не полчаса же плавать. Ну, все. Теперь можно достать бумажку. По снегу пробежаться можно. Давай, беги. Я еще один дел помешал. Слушай, тебя отсюда плохо видно. Ты, конечно, извини, но я за тобой бежать не буду. Так тепло. Да вообще просто в тропике, my friend. Да. Жалко, только ноги мерзнут, все остальное горит. Поэтому я достаю бумажку. Ты смотри, не застудись. Не, ну нормально. По крайней мере, я думал, будет хуже. Это еще курорт. В прошлом году в минус 20 реально купался. Это было что-то. Еще и вечером. Темно. Ой. На озере, где дул ветер. С башкой. Ну, все, теперь выложим это на форум и больше ты... на декабрь, январские новогодние купания, часть вторая. Вторая? Ну, там ноябрьские купания, часть первая была. А-а-а. Это будет новогодний куп... Это было в Москве. Это было... Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Слушай, время 20 секунд осталось, сейчас уже все закончится, память вся. Я потом на горку залезать буду. Легко? Ладно. Пора переодеваться. Ну что, все? На этом наш репортаж завершается, дорогие друзья. Всего вам хорошего, учитесь плавать и берегите себя.